Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Доступны на смартфоне прагляд и новый медиаконтент. На пытанні супрацоўнікаў телерадиокомпании «Гомель» отказал намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімир Прывалаў. Дакладна ведаць, у Гомелі можна платна здаць тэст на коронавірус. Неба кліча. Мазыранін Яўген Віхор увайшоў у лік лепшых парапланерыстаў свету. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Новыя праекты і перспектывы развіцця. Сёння намеснік старшыні аблвыканкама Уладзімир Прывалаў наведаў тэлерадыёкампанію «Гомель». Пасля агляду тэлерадыёстудыі адбылася сустрэча з калектывам, падчас якой кожны супрацоўнік, а не толькі карэспандэнты, змаглі задаць госцю свае пытанні. Марына Джалая с подробязностями. Телебачанне не только кнопкой на пульте, але и докрананием до смартфона. Проекты и телепрограммы ТРК «Гомель» у прямой трансляции можно будет проглядать на интернет-платформе. Хуткая перспектива, якая зробить контент больш доступным и зручным для всех глядачоў. Это одна из тем, якую обмерковали разом с Уладзімиром Прываловым у студии. Сегодня вот формат, который мы обсуждали, в будущем позволит каждому пользователю, который имеет смартфон, в полной мере отслеживать ту информацию, которая расположена и располагается на информационном поле нашего телевидения, радиовещания и так далее. Это, конечно, будущее за телерадиокомпанией, потому что сегодня не хватает немножко той информации, которую ждут наши люди в нашем регионе. Поэтому в будущем это позволит наших людей правильно информировать и их объединить именно с нашей телерадиокомпанией. Не обминули у целом информационный поток, який зараз на передодні выборов отримал особливый характер. Фейки, деструктивные убросы и заклики, различные у большинства на молодь, штучное расхистывание громадства, провокации, часто социально негативное блогерство, балансовать на таких хвалях складано. Меть у противагу гэтаму свою трывалую и зразумелую громадянскую позицию зараз особливо важно. Например, добро бачить ориентиры, на яких трымается наше життё. На жаль, яны не для всех видовочные. Взять хотя бы медицину, якая у большинства бесплатная. Ситуация с коронавирусом показала, что не дарма у нашей краине в советских часов захованная санитарно-эпидемиологическая служба и инфекционные отделения у больницах. Для борьбы с COVID-19 у Гомельской области маются 365 аппаратов штучной вентиляции легких, свыше 1000 кислородных кропок. В угле за опошние 5 месяцев у регионе по всех показчиках снизилась смяротность, а за 5 годов лишь бы гибели детей от внешних причин зменшились удвоя. У гэтым, означил Уладзімир Прывалаў, есть и заслуга журналистов телерадиокомпании «Гомель». Репортажи, программы, телепроекты, различные на профилактику несчастных выпадков, заусёды у медиаконтенте. До речи, подчас встречи прогучали и новые пропановы. Например, сделать рубрику, заснованную на питаниях телеглядачов на юридичную тематику, а так само повеличить колькость материалов про людей с обмежованными махчимостями, как громадство ставилось до их больше лояльно и уважно. Интересные были предложения в плане дальнейшей нашей работы именно по проектной деятельности. Мне очень понравились предложения по программам, которые связаны с людьми с ограниченными возможностями. Мне очень понравилось предложение, которое сегодня связано с оказанием услуг, юридических услуг населению. Это действительно актуально, и сегодня надо подумать, как нам сегодня предоставить эту площадку для того, чтобы любой человек мог позвонить и проконсультироваться у грамотного профессионального юриста. Шэраг ідэй для телеуасаблення пропоновал и Уладзімир Прывалаў. Например, дать магчимость юным талентам региона выступать у телеэфирах. Такие проекты можно на старте робить региональными, а потом масштабировать на всю краину. Были меркаваны и іншие пропановы, якія, спадзяемся, хутка перетворятся у цікавыя и рейтинговые теле- и радиопроекты. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня у Минска отбылась церемония узнагороджения пераможцев конкурсу на суискание премии Рада Республики Беларусь за досягнение у галине якости. Заслуженные узнагороды уручены 7 организациям, которые стали лауреатами премии, и 15, которые подтвердили высокое звание повторно. Еще одна организация признана дипломантом. Пераможцы представляют химичную, электротехничную, будовничную, харчовую и іншие галины, а так само сферу послуг. Сярод их и предприемства нашего региона. Так, уладальниками премии Урада Беларуси за досягнение у галине якости стали Мазырское открытое акционерное товариство «Беларусь Кабель» и Гомельский химичный завод.
Звание лауреата премии подтвердил Добрусский фарфоровый завод. Серед узнагородженных и творшая группа программы «Головная тема» телеканала «Беларусь-4 Гомель» за высокую якость подрыхтовки материалов экономичной тематики. Сельскохозяйственные предприятия Гомельской области намолотили амаль 24 тысячи тонн збожа нового урожая. При этом средняя урожайность на 20% вышейшая за летошний показчик. Сегодня наши корреспонденты ознакомились с ходом работы в Добрусском районе. Директор открытого акционерного товариства «Калининский» Виктор Байда усёлетним урожаем збожжевых задоволены. Кажа, недаремно коллектив предприемства приклал стольки намаганю. Коли в минулом годе разом с кукурузой тут намолотили 6 тысяч тонн збожжа, сёлета повинна быть как минимум 9. Гэтые планы заснаваны на конкретных подликах. Я считаю, что урожай этого года очень отличный. Значит, если мы в прошлом году брали 25-30, то в этом году около 50 центнеров будет. Вот это Третикалье, где мы сейчас находимся, я вот это поле должно дать в пределах 50-60 центнеров с гектара. Сейчас пшеница дает 50 центнеров у нас где-то. Остальные культуры тоже ожидаем 40-50. По крайней мере, урожай этого года у нас прекрасный. У этом годе надворье оказалось сапраўды спрыяльным для атрымання добрага ўраджаю збожжавых. Плюс строгае выкананне ўсіх тэхналагічных працэсаў. Тым больш, што праблем, напрыклад, з наяўнасцю удабрэнняў і сродкаў аховы раслін не было. Зараз, праўда, жніво ў Калінінскім стрымліваюць дажджы. Прыходзіцца чакаць, пакуль зерне падсохне. Але такія прастоі не крытычныя. Час, каб убраць ўраджай без страт, яшчэ ёсць. Камбайнеры ў гэтым зацікаўлены, магчыма, больш за ўсіх. Добры ўраджай для іх яшчэ і добры заробак. Напярэдадні жніва ў гаспадарцы распрасавалі палажэнне аб матэрыяльным заахвочванні механізатараў. За кожную сабраную тону будзе выплачвацца 1 рубль 30 капеек. Плюс прэміі. Нават не гледзячы на перыядычныя ападкі, ўжо атрымалася зусім нядрэнна зарабіць. В этом году можна заработаць. Вот мы сколько, 3 дня, наверное, убираем, уже больше 200 тонн у нас в экіпажы. Что вам еще сказать? Рапса тоже 250 тонн мы намолотили. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район. Платный экспресс-тест на коронавирус, який покаже наявность антителов, можно зарабить у Гомельской центральной городской поликлиницы. Для громадян Беларуси процедура каштует 18 рублей 25 копеек, для замежных 39 рублей 82 копейки. Проводить тестирование с 8 до 19 годин у будние дни у поликлиницы по улице Юбилейной 7А. Рыхтоваться до процедуры и записываться не треба. Достатково прийти с пашпортом и оплатить послугу у кассе. Выник можно будет отрымать про сутки, а после этого проконсультоваться с врачом. У картинной галереи Гаврила Вашенки открылась выстава живопису светлогорского мастака Михаила Пранішнікава. Она знакомит гостей с краевидами белорусского Полесья. В экспозиции около 40 работ, створенных с середины 90-х до этого часу. Они адлюстровывают пейзажи городов, вёсок, луговый болот белорусского Полесья, рассказывают про побыт и щоденные клопоты мясцовых жыхароў. Большасть написана у классичных традициях реалистичного живопису. Автор володая композиционной докладностью и працуя у теплой гамме. Масло, классика, можно сказать, разные времена года, весна, осень, разная тематика, хоть и пейзаж, но вместе с тем охота, рыбалка, такие легкие, приятные работы. Такая очень насыщенная, очень-то такая, наверное, размышляющаяся цветовая гамма, где стоит задуматься. Возле каждой работы хочется постоять, скажем так, проникнуться. И, скажем, работа написана человеком, который тоже прошел много времени, искал себя. Михаил Пранішніков – член Белорусского союза мастаков и удельник международных пленеров. Его картины экспонуются не только в Беларуси, але и за ее межами. Белтелерадиокомпания дала старт национальному отбору на дитячее Евробачанне 2020, якое сёлета пройдзе у Польше. Заявки для удзелу трэба прадставіць у электронным фармаце до 15 жніўня. Вынікі адборачнага тура падвядуць до 24-го. Лепшыя выканаўцы прымуць удзел у фінальным адборы. У электроннай заявцы, акрамя анкеты, павінен быць відэазапіс жывога выканання конкурснай кампазіцыі, зняты на відэакамеру або мабільны тэлефон. Падрабязнасці можна знайсці на сайце Белтэлерадыёкампаніі. Фінал нацыянальнага адбору можа прайсці як у форме праслухоўвання без тэлевізійнай і інтэрнэт-трансляцыі, так і ў звыклым фармаце гала-канцэрту ў сярэдзіне кастрычніка. За пандэміяй коронавіруса і само дзіцячае Еўрабачанне ў Польшы будзе праводзіцца з улікам эпідэмічнай сітуацыі. Плануецца, што яго арганізуюць у тэлестудыі.
Мазырскі парапланерыст увайшоў у трыццатку лепшых спартсменаў з усяго свету. Яўген Віхор – заснавальнік і лідар гэтага віду спорту ў Беларусі. За 2 гады ён падрыхтаваў да чэмпіёнства і свайго сына. Як развіваецца парапланерызм, даведалася Вероніка Гамзюкова. У парапланеризме выделяют 3 дисциплины – фристайл, кросс-кантри и приземление на докладность, у якой Яуген Віхор и выступает. Мазыранин отзначает, что ветер у Беларуси для этой дисциплины подходит идеально. За год спортсмен робит больше за 1500 полетов. Спробовать свои силы у парапланеризме он рекомендует тем, кто разумеет, без неба жить не может. Бо это самый бюджетный способ узняться у небесы и самый худкий. Подрыхтовка до взлету займает не больше за 30 минут. Это очень красиво, поэтому, конечно, дух захватывает и хочется людям вот, летать, хлопать в ладоши и кричать, как здесь красиво, как здесь здорово. Все это так, пока ты не решишь стать чемпионом мира. С этого момента у тебя исчезает вся романтика, исчезает, а ты начинаешь работать на результат, тебе хочется работать, тренироваться больше, 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 потому что что-то, где-то какой-то технический нюанс еще ты чувствуешь, что надо отрабатывать. Вот поэтому, если этого не будет результата. Поэтому ну, здесь очень все. А романтика, да, ты вспоминаешь, как это было романтично когда-то, потом ты начал тренироваться. Одинная в Беларуси школа по навучанию парапланеристов находится у Гомелі, у Центре авиационно-технических видов спорту. Сам Яўген Віхор подрыхтовкой спортсменов не занимается, але паспяхова тренирует своего старейшего сына. На турнирах яны выступают разом. Были у их жыцці старты, после яких на п'єдесталі першую и другую приступку займали Яўген и Алексей Віхоры. Когда уже к веревке прицеплен был, сказали старт операции, коленки тряслись, ну, очень страшно было. Потом уже на полет 10 уже было вообще не страшно. Привыкаешь, все. В другой мир, там, в трехмерном пространстве надо ориентироваться. Появляется еще ну, высота, с которой надо... Допустим, если на точность работаешь, должен понимать, как быстро ты к земле приближаешься и сколько еще можешь прилететь, чтобы попасть. Ближайшие международные спаборницы по парапланеризме запланированы на вересень. А это значит, есть час на подрыхтовку. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра. Это и иншие новины, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvr.gomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Калинковичском районе спасателям пришлось деблокировать водителя, который оказался зажат в салоне в результате ДТП. Столкновение грузовика с легковым автомобилем произошло на трассе Р-31 в агрогородке Дудичи. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента извлекли из поврежденной машины мужчину 1955 года рождения и передали работникам скорой медицинской помощи для госпитализации. Водитель грузового автомобиля не пострадал. За минувшие сутки в Гомельской области зарегистрирован один пожар. В деревне Романовка Мозырского района горел кирпичный двухквартирный жилой дом. Огонь повредил кровлю, перекрытие и имущество внутри квартиры. Пострадавших нет. Основная версия причины возгорания – поджог. В Рогачеве гастролеры по ночам скрывали «Жигули» и похищали аккумуляторы. Их задержали оперативники местного РОВД. Все жители Бобруйска в возрасте от 19 до 21 года. Похищенные нашли в их родном городе. Пока один открывал и удерживал капот, второй откручивал или снимал клеммы из батареи. Третий быстро уносил их в свой автомобиль. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители пресекли факт хищения горючего сельхозтехники. Сливал топливо тракторист, который приехал в Наравлянский район для выполнения сельскохозяйственных работ. Канистры с похищенным он спрятал в лесу. Ночью 2 жителя Мозыря приехали забрать 100 литров краденой солярки, за которую рассчитались трактористом. Топливо изъято, начат административный процесс. В Калинковичском районе уничтожено почти 2 тонны конопли. Оперативники обнаружили ее на территории заброшенного карьера недалеко от деревни Якимовичи. Площадь произрастания более 1,5 гектара. Трактор в агрегате с дискатором скашивал и измельчал растения. Общая масса уничтоженного наркозелия составила 1800 килограммов. Мозырские пограничники в очередной раз пресекли незаконное перемещение через границу живого товара. Контрабанду из Украины обнаружили на участке пограничного поста Боровое. 3 тонны лягушек и аквариумных рыбок переносил в пластиковых контейнерах гражданин Беларуси. В отношении задержанного начат административный процесс. Представители фауны переданы сотрудникам Гомельской таможни.
Обнаруженные аквариумные рыбки, лягушки, тритоны, креветки в количестве 5096 штук. Предварительная стоимость незаконно перемещаемого товара составила 14 435 белорусских рублей. Переданы в зоопарк городского поселка Октябрьский. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4 и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» под руководством Томаша Чатора начала подготовку к новому сезону. Гандболистки и тренерский штаб вышли из отпуска в минувший понедельник. Предсезонку гомельчанки проведут вместе постоянной дислокации. В спарринг-партнерах будут белорусские команды, а также, возможно, один из клубов из российского чемпионата, который планирует провести в Гомеле учебно-тренировочный сбор. Времени на подготовку не так много. Сезон стартует в конце августа. Тренировки будут комбинированы, физука, мячи. Уже через две недели начинаем с тактики, потому что пришла два нового игрока, и поэтому нужно все это надыграть. Усиливается женский гандбольный Гомель точечно. На место Ирины Стельмах в линию, как мы уже сообщали, пришла россиянка Елена Портягина. Декретницу Екатерину Селицкую на позиции правой полусредней призвана заменить еще одна уроженка восточной стороны соседки Наталья Даньшина. Гандболистка имеет опыт выступления в белорусском чемпионате. Защищала цвету БМТУ «БелАЗ». Также в ее послужном списке значатся волгоградская и бухарестская «Динамо», Кубани, французский «Сен-Аман». Новый опыт, конечно же, и мне как бы хочется вырасти как игрок. У меня была долгая пауза, ну, в связи с коронавирусом, со всеми этими делами. Ну, как бы хочется набрать снова форму, стать лучше. Еще одна позиция, которая нуждается в усилении – разыгрывающий клуб в поиске подходящей кандидатуры. В целом же команда укомплектована к новому сезону. Пока на каждое место по два игрока, поэтому... Да Боже, это так будет до конца сезона, да не будет каких-то травм. Или это, ну, приключили три новые молодые игроки, поэтому перспектива есть. Объяснил Томаш Чатор и отказ команды от участия в Еврокубках. Напомню, что Гомель мог заявиться во второй по значимости континентальный клубный турнир – Европейскую лигу. Есть много причин. Первая причина – есть опять вирус. Вторая причина – есть... Если бы мы участвовали в Challenge Cup, потом да, там можешь идти далеко. А так надо большую сумму денег, если хочешь вообще участвовать, получишь тяжелую команду и вот отыграешь одну игру, две игры и все. Поэтому решили с руководителем клуба, да, в этом году не будем участвовать, будем все силы вложить в чемпионат и участвовать в Балтийской лиге, если будет. Стартует новый сезон для Гомеля с перенесенного финала 4-х Кубка страны. Турнир пройдет 29 и 30 августа в Жлобине. Первый матч в чемпионате запланирован на 9 сентября. Сегодня в Гомеле завершилась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по академической гребле. Соревновались юноши и девушки на канале в Якубовке. Сильнейших выявляли в двух возрастных категориях – 13-14 и 15-16 лет. Выставили 7 спортивных школ из Гомеля, Мозыря и Жлобина. Общей сложностью около 150 спортсменов. Соревновались экипажи четверок, двоек и одиночек. Для юношей и девушек спартакиада – первый старт в этом сезоне. По словам тренеров, пандемия позволила сосредоточиться на тренировках. И сейчас спортсмены в отличной форме. Это основной старт, значит, для всех школ начальной подготовки, будем говорить, Олимпийского резерва. Он знаковый, является решающим, и каждый год к нему готовимся. Поэтому это просматриваем резерв будущий наш, вот, подрастающего поколения. Ну и есть возможность показать свою работу, которая проделана за год. В младшей возрастной категории победу одержала команда Гомельская «Издюшор» номер 6 по гребле. На втором месте – Мозырская «Издюшор» номер 3. На третьем – «Издюшор» профсоюзов по академической гребле областного центра. В старшей категории в списке призеров все те же, а вот последовательность разная. Победили мозыряне. Воспитанники профсоюзной спортшколы Гомеля на второй позиции. На третьей – Гомельская «Издюшор» номер 6. Лучше отправиться на республиканскую спартакиаду. Она пройдет в Бресте с 23 по 25 июля. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».